was born like this, is born like this. Immaculate conception, I transform like this, perform like this. What shells you a new weapon? I don't contemplate, I meditate. Then off your head. This that put the kids to bed. This that I got. Здорово, народ, сегодня мы и на маньяке поиграем, и душнилу найдем, и на жалобе поучаствуем, который сами же и спровоцируем. Хотя спровоцируем слишком грубо сказано. Потому что на Dark RP у меня такие ситуации возникают тупо потому, что я существую на каком-то серваке, достаточно моего присутствия, чтобы кто-то нарушил какое-то правило. И в игре есть такие некоторые нюансы, которые просто стоит признать. Касаемо работы над серваком, фиксы мы основные выделили и ждем их вместе с обновлением, которое уже готовится, если что. Поэтому сегодня без каких-то очевидных замечаний, которые мы сделали в прошлых выпусках. Какие-то обновления и прочее обсуждать не будем, я еще вам просто покажу в конце ролика предложения, которые мне понравились, и все. Ну а если вы тут впервые, то рекомендую посмотреть 4 предыдущих выпуска. Если что, я играл на нашем серваке, Беброград, IP, группа Дискорда, а также промокоды на донат будут в описании. Заходи и активируй. Лицензию не солнышко, дай. Тысяча. Без проблем. Держи свой косарик, молодой. Спасибо. Элитку начали выкупать, ура! Еще нам нужен чипчик-чипчик. Не-не-не. Да, я знаю. Мужики, значит, идете, я беру ордер, там человечек, ну, это битмен. Снимается, лайнс, рекомендительность. И, ребят, ну, все понятно. Ну, просто, блядь, ну, столько кошель, ну, пизда-то стоит, что в окно все видно, так что. Сейчас я возьму ордер, вы готовьтесь, если что. А битмайнеры легальны или нет? А там они... Нюхаем, бэм. Да нахуй ты это сделал? Чмоня, блядь, ебаная, нахуй. Ну все хорошо было, нахуй. Я сейчас, блядь, пришел испортил. Где этот в номере, блядь? Я хочу его, похуй. То есть... Зелебоба ебаная. Вы закон нарушаете, вы в курсе или нет? Закон нарушаете, говорю. Что, я ругаюсь? Мне что, запрещают ругаться? Нет. Нет, нельзя. Ненормативная лексика в общественном месте запрещена. Угу. А где свод? Слов, которые подразумеваются под ненормативы для психологии. Ненормативная лексика — это то, чем вы общаетесь в данный момент. Тогда, к сожалению, у вас, не знаю, можете поплакать. Я не знаю, что вы хотите еще делать. А я вас записал, и мэру передам запись с вами. Да передавайте, передавайте. Без проблем. Мэр, здравствуйте, у меня жалоба. Остановился, на месте стоишь, лицом к стене встал. Лицом к стене встал раз, а лицом к стене встал два. Хорошо. Лицом к стене встал три. Проблема какая-то с лицом к стене? Дайте лицуху снаружи. Мы двигаемся. Мэр, дай лицуху наружу. Я не слышу. Что еще раз? Вы нарушаете общественный порядок. Каким образом? С холодным оружием по городу передвигались. С холодным оружием по городу передвигались. Вам сказали уже. А, да? А так нельзя разве? Ну да, охраним честный порядок. С каких пор это нельзя так делать? Было все. А вам можно закон нарушать, да? Ну, исходя из рамок. Каких рамок? Вы же просто обиделись на то, что я вам про ваши нарушения сказал и побежали за мной. Я обыскивал. Так так оно и есть. Да дело в том, что он обиделся, когда я ему про это сказал и выписал мне штраф из-за того, что я летаю на этом, на заточке, блядь. Ну я не знаю, я думаю, за такое выдавать нарушение, это, я думаю, это больше РП путем решается. Так а каким РП путем? Он наебался из-за того, что ему про нарушение его сказали. А без суда уволить что, нельзя его что ли? Без суда его что, нельзя уволить, запустить голосование? По идее можно, но так ты еще-то денег залутаешь. А мне деньги не принципиально вообще, я не ради них живу. А ну понял. Я так выпить пару шлюх, пиво раздавить и отдыхать. Ага. Так, ну получается, еще раз, он хотел арестовать, человека забанили, ты ему про это сказал, он начал ругаться. Ну он зарейдить захотел, а чела за 3-4 забанили, он сгорел, говорит, выругивается на зелебобу и уходит. Я говорю, вы не можете ругаться матом в общественном месте согласно закону. Он говорит, а что такое матом ругаться, ненормативная лексика, какая вообще, я говорю, то, как вы общаетесь. И он мне говорит, типа, ну что вы можете сделать?
сделать? Ну вы можете заплакать. Он меня догоняет, говорит, лицом к стене, вы на заточке передвигаетесь с холодным оружием по городу. И штраф мне въебал за нарушение общественного порядка. А ему уже после этого штраф дали? Какой-то в тюрьме. Ему нет. Ну а шо, мэр сделал? Мэр видел, мэр в пухуй. Мэр просто 5 лет от роду, блядь, шо он ему сделает, нахуй? Нет, обязан быть свод слов, на которые должны ссылаться, исходя из правового акта. Естественно, а как тут на что ты ссылаешься, если нету свода? Ну, нормативная лексика, любое что-то. Да нету что-то понятия, не нормативная лексика, она не прописана. Соответственно, вот это вот мои слова, которые я сказал, это является матом. Где свод? А шо это матом не является? От хуй сосить кого-то? Или шо? Шо ты дурачка из себя строишь? Полицейский, что где свод ненормативной лексики, получается, слова нельзя использовать. Получается этот... Все, я дальше за... Не понял. Вот я тоже ничего не понял. Я ему сказал, что он матом ругается. Он говорит, а что это такое вообще мат, блядь? Это не является матом, потому что нету ни свода этой лексики ненормативной. Типа он говорит, к примеру, от хуй сосить. И потом говорит, что вообще нету свода ненормативной лексики, чтобы понять, что является матом, а что нет. Но ты же понимаешь, четверка такой мат, флоу. Конечно, он понимает, просто нет, в бан не хочет и все. Нигде такого нет, а... Ненормативная лексика. Конечно, он понимает. Нормативная лексика, нигде нету это, у нас сбора слов подрывляется. Где он должен быть? Ну, окей. Ты строй из себя дурачка. К меру обращайся, спроси с него документы. Но увольнять РП процесса мне его не пришлось, потому что буквально через несколько минут он улетает уже и получает одну из стадий Душнилова. Как оказалось, он до меня еще успел докопаться до какого-то чела, который строился у себя дома. Он зашел к нему домой и начал спрашивать, это ваш дом? Ну а естественно хозяин по приколу ему ответил, нет, я здесь просто так стою, и после этого он начал до него докапываться. О, одна неделя, вторая стадия душки. Красава, пацаны, а ты что тут делаешь? Ой, я тоже надо. Зато мою проблему решил, спасибо. Ебать. Давай сдавайся по-хорошему. Нет, прям придет. А, чел выдал за базу 3-4B, слова флоу, где этот зелебоба, я его хочу похуесосить, всячески пытается провоцировать челика с элиток, у которых стоит забор, то залезает на него, то заходит и ставит проб туалета рядом и сидит на нем. Доебался до раннера, который строил на углу мэрии, залез в его квартиру и спросил, ваша квартира? Тот шутку отвечает, да не, по приколу здесь стоит. После этих слов он начинает доебывать раннера, мол, покажите документы на дом и тому подобное. И вот эпают на жалобу. На этой ЖБ, конечно, человек тоже по хуйне жалуется, мол, почему на меня мент ругается матом? Ой, это про меня. Если в законах прописано, что ненормативная лексика запрещена. В итоге ему сказали, что все-таки придерживаться стоит закона, тот начал строить из себя дурачка и говорить, нет такой сводки на маты, типа, если нихуя не прописано, значит похеру, могу ругаться как хочу. После возвращения ЖБ он идет обратно доебывать раннера, ставить его к стене у него же дома, тот же забил хуй на РП, даже когда попросили у него документы, он не показал. За ним уже есть 1-1, 2-3, 3-4-Б, плюс 4-5. Оправдывался он тем, то, что обыскал у человека без веской причины, а не дом. Говорит, было разбито стекло, подозрение на то, что это не владелец хаты. Он попросил другого админа, тот админ, что начал разбирал, тот админ, что разбирал, начал помогать. Тот начал выебываться, мол, какого хуя этот админ влезает, и кодекс получается. И это меньше, чем за сутки. Часа за два его игры на серваке, он ранее был на прицеле у администрации за его душнилова. Но это как бы, ну, закрывали глаза, думали, что человек исправит. Сейчас его взяли в итоге на серьезный контроль. А, я понял, до какого он раннера доебался. Здравствуйте! Чего? Да вас не доебался недавно, дал в шляпе. У него сперма случайно на голове не написано? Не-не-не, полицейский именно, полицейский. А, да, было такое, уебан такой. А я все знаю, а он в бане. Ты пошел нахуй. Ой, правильно, солидарен с вами, пошел он нахуй. Просто сидел спокойно себе, 4 часа уже строю квартиру, просто залетает какой-то. Спасибо, вот это нормально же. Подайте Христа ради. Я рублю нахуй. Ну я могу пойти понятым в целом. Фотоаппарат с собой есть какой-нибудь? Фотоаппарат, думаю,
Я могу камеру достать, у меня должна быть. Прекрасно, тогда за мной, пожалуйста. Вот, место преступления. Ванная в этом доме. Проходите, пожалуйста. Да, проходите. Вот. Теперь лицом, пожалуйста, так, к стене повернитесь. И не двигайтесь. Задержаны будете. За что? А вот так вот вышло, друголюк. Я знаю, что ты его убил. Чего? Я все прекрасно знаю. Вы, по-моему, ошибаетесь. Ни хера, бля. А из чего он был убит? Из этого, блядь. А это что за самострой, блядь? Она. Друзья, добрый день, друзья. Блин, за маньяка кайфово играть, когда ты знаешь методы, как можно нахитрить кого-нибудь. От этого становится интересно играть. Вот такой какой-то накал появляется, то что вот я могу спалить, если ты не продумаешь это. Как дела твои? Что делаешь? Норм. Понятно. Стою, кайфую. Понятно, понятно. Ну спустись ты сюда, лицом к трансформатору повернись. Ой, бля. Осмотрю тебя, да? И все, и пойдешь по домам. Сейчас. Так. Опа. Стоишь, мне засунул руку в жопу. Блин. Ничего не было найдено. Помочь можете? Квартиру посмотреть надо. Пойдем. Помощь нужна, говорю. Детектор доставай, у меня квартира здесь, вот это рядом с ним. Давай. Короче, вот. Справа квартира. Справа. Блядь. Так, ну, конечно, я, наверное, старший сотрудник КГБ. Стойте, сейчас я вот так сделаю. Ну, во-первых... Каково жалоба? Можете проверить сразу, я не виновен абсолютно. Сейчас вас... Да? Ну, проверяем. Лицом к стене. Я прослежу за тем, чтоб ты дома сидел. Почему вы не ведете себя неадекватно? Лицом, да, неподчинение. И начал мне стволом угрожать. Чё, вы не разобрались еще до сих пор, ёптый брось. Ну. Ой-ой-ой, блядь. Бывает. Ну нормально. Дело с концом. И все, стоите тут, нюхаете. Тоже только в печку пролезай, пролезай, родной. Никогда. Полиция, смотрите, что у меня там дома. Смотрите, что у меня там дома. Да, лицом к стене. Что? Там ничего нет. Фу. Хорошо, я стал. Смотрите, что там. Double kill! Нихуя себе. Братва, простите. Сейчас тебе плечо в жопу засуну. Это ты? Это чё базаришь на гонга? Поебали вы меня, блядь. Старший сотрудник КГБ прибыл. Ломаем. Прибыл я. Я прибыл. Ломайте дверь. Ломай нахуй. Я тебе зубы повыбиваю. Ты лицом к стене. Слышь, не ломай дверь. Ты лицом к стене. Нормально, блин, чисто убил нас троих. Убей их, чай. Какой-то феноменький. Ебать, тут Рэмпейдж. Сука. Ебать, блядь. Ну как это контрить? Блядь. А чё, что тут рейда, рейд? Здорово! Нихуя себе! Я просто тебе жопой на голову прилетел, кстати, и все. Только как именно, с подписью промо или просто как? Просто Бебра? Не, просто в консоль пишешь. Консоль открываешь, пишешь Бебра РП и все.
вон промокод. И там рандомно бабло дается. Повезет, не повезет. Дай, дай, дай денег, дай денег, дай денег. Промокод вводи, бери деньги. Да я его уже вводил, старый. Бабрик. Ну есть глава, если ты прям тоже есть у меня. А не при СБД генерала, то есть надо такой. Надо ебнуть, блядь, типа вот, вот, вот он там, нахуй. Ебать, блядь, ты чё делаешь тут? Чё за находишь? Бил? За что? Выключи, во-первых, свой этот дурацкий голос, давай нормально. Я не включал. Дойдешь расхуя. Причина убийства. Ты, блядь, ко мне подкрадываешься, я на тебя стол поставляю. Где я к тебе подкрадываюсь? Я на крышу залез, блядь. Какого ты меня убиваешь? За мной, блядь, залез. Во-первых, залез за мной, а во-вторых, я тебе повторю. Подобью, подойдешь, убью. Ты, тем не менее, подходил ко мне. Ты подкрадывал. Классно, мы криминальные. Это было уже в прошлой жизни. Это угроза для моей жизни. Какую жизни угрозу? Ты сам людей убиваешь, блядь. Я тебе еще выключи свое ебучее голос, блядь. Что ебучее выключить, блядь? Чё ты несёшь, нахуй? Нормально, говори, пожалуйста. Первый. Пожалуйста. Причина убийства. Ты чё, глупой, блядь? Я тебе же сказал. У тебя не было причины. Я тебе ещё раз повторить, подожди. Ты реально не слышишь? Включи громкость побольше там. Ты, блядь, улетел на крышу ёбаного отеля и после этого оружие достал. Ну и хуй с ним. Какого хуя ты стреляешь, блядь, по мне? Я тебе говорю, не подходи, разъебашу. Ну или что в таком роде. Ты, тем не менее, ко мне подходишь. Я посчитал это угрозой для жизни. Я инвиз включил и всего-то. Оказывается, ребята, эта девочка утверждает, что он не говорил что-то на таком расстоянии. Я, по его мнению, это должен был услышать, а ни хера на самом деле. Не, ну реально, еще бы наконец карту ушел бы и там бы мне что-то говорил. Так ты мне что-то говорил сейчас, когда я был на крыше, да? Конечно. А ты, блядь, нормальный или нет? Я далеко от тебя нахожусь, как я услышу что-то? Ну это твои проблемы. Ты бы мне еще за километр от меня на листочке бы, блядь, написал и показал, блядь. Блядь, я не понимаю, ты что хочешь? Ты за типа... Еще что-то хочешь? И что? И то, блядь, это, во-первых, криминальный район, во-вторых, у меня РП роль бандит. Тебе этого недостаточно? У тебя РП роль дал оба, блядь, а не бандита, раз ты так играешь. Окей, я записал. Я залью на тебя долбоеба кусок. А нахуй ты меня оскорбляешь-то вообще? Я до тебя не зря на тебя. Я сказал, что твой РП персонаж долбоеба, а не ты, блядь. Ты сказал, что Марон долбоёба, блядь, ты... Да, блядь, которую ты отыгрываешь. А то, какой ты, меня не волнует нисколько. Нахуя ты меня отыгрываешь? Ты меня тут уже 5 минут. У тебя нарушение правила, фрикил. Я тебе об этом говорю. Вызывай администратора, давай жалобу разбирать. Ты не достаточно компетентен. Я имею право запретить другого администратора. Я полностью компетентен. Мне 69 лет, блядь. Еще бы я не был компетентен в эту хуйню играть. Ты меня если один раз послушаешь... 611. Почитай, пожалуйста, кодекс. Послушай, говорю. Блядь. Послушай. Ты издалека говорил, как ты рассказываешь свои истории, но ты находился слишком далеко. Это понятно любому дебилу, блядь, что не будет слышно, когда тебе на таком расстоянии что-то говорят. А не подскажешь случаем, какой пункт правила с аутфитером? Player models. На тебя направили оружие. Где-то секунд 5. Ты издалека на меня смотришь с автоматом и убиваешь. Как это к тебе относится, блядь, серьезно?
А ты приближаешься, тем не менее. Как поступил бы адекватный человек? Не понимай, что у тебя была роль маньяка, но... С чего убегать? Да, я не понимаю вообще. Потому что на тебя оружие наставили. Алло, дядька. Да я ебу, что ты хотел этим показать? Ты ему че оружие издалека достал и убил бы. Ты можешь не уходить, я тебя сейчас запишу. Дядя, черт, возьмешь, ты нахуй летишь за админа Буз, блядь. Ты еблан, что ли? Ты не уходи с жалобы. Задаю тебе помеху разбором в конце жалобы. 1.22. Ты просил другого админа, блядь, что ты теперь выебываешься, я не понимаю. Я? Ты просил нового админа, тут двое, блядь, пришло, ёб твою мать, блядь. Нет, вы все наборные школотроны, это факт. Я хочу нормального администратора, пожалуйста. Я наборный. Я прошу, старше давай. Тебя в 4 раза, блядь, щенок жидоподобный. Ну если что, если рот, все было, как он рассказал, за... Тихо, не перебивай. Ты если тоже молчи. Все было... наборный администратор, он решает нашу проблему. Свали, пожалуйста, отсюда. Можно я кое-что сделаю? Бывший наборный. Нет. Ули, ты так разговариваешь, я тебе ремнем по жопе надаю, блядь, будешь заткнись знать. Нахуй. Но тут рил есть фрикил. Постараюсь привести сейчас пример. Я тебе ничего не говорил, думаю, даже ни правда одного матного слова нахуй против тебя не сказал. Чего вы все влезаете? Че, думаете, имеете право или что? Ты, блядь, админа звал или кого, блядь? Ты теперь возмущаешься, что тут админов много? Ты ебанутый или да, блядь? Блядь, закрой свой рот нахуй. Пусть он расскажет уже. Давай. Спасибо. Говори, блядь. Вот, хорошо. Заткнись нахуй. Я, значит, бегу по криминальному району. Просто бегу. Вижу его. Только мы не только какие-то дети на маньяках играют, чтобы просто поубивали. Заходят такие, включают voice changer. Дети тебе пизды дадут сейчас. Я тебя зарежу. Но получается, ТВ хотел его грабануть. i.inf.com/k. Нет, он пердымить хотел, блять. Вот. Он стрелять, блять, начал. Ссылку смотри, блять. Посмотри сейчас расстояние, блядь, откуда, на глаз замери. Тут не работает мой, на таком да расстоянии он не работает, блядь. Ни хрена себе ты загнул. А ты точно уверен, что то расстояние, которое ты показал, это было там правильно? Ебать. Я по диспозишену сейчас посмотрел. Пиздит, он, блядь, я сказал, он пиздит, блядь. Ты долбоёб, короче, ты я думаю, это ты долбоёб, блядь, слепой. Ты не можешь расстояние на глаз узнать, ёб твою мать, блядь. Сейчас, подождите, извините, я просто не могу это уже терпеть. Я думаю, все, уже вердикт. Ты за мной следовал, блядь. Я, может быть, блядь, в тебя влюбился, сука, ты ебаная, блядь. Заткнись нахуй, я говорю, блядина ебаная. Проглоти микрофон, долбоящер, блядь. Слышь, блядь, да ебаная, ты чмо, закрой свой рот, пожалуйста. Глотай микрофон, пидорас, блядь! 12, ты не слышал, что тут было? Да я слышал прекрасно, блядь, я в блоке. Я на стуле, блядь, сижу, на каких матах, блядь? Просто вот эта ебанашка общается на матах с... Это ты, ебанашка, иди нахуй! Да закрой свою пасть, ебаная, сын животного, нахуй. Адекватнее, пожалуйста, все администрации, которые присутствуют на жалобе. Че за хуйня? Я не могу, я, блядь, хочу ржать. Он сидит просто нахуй говном кроет бедного игрока, которому он там сидит. Бедного, блядь, он фрикил нарушил, ёб твою мать. Куда ты лезешь, блядь? Что дальше? Сейчас, тихо, тихо, пожалуйста, можно я расскажу? Я был на этой жалобе, я там следил в склоке, пришли с самого начала. Как я помню, вот этот человек самый первый начал неадекватно вести себя к говнократу. Вот. И то, что ты сказал, то, что он изначально. Ну, а ты хочешь оспорить это? Ну, я видел то, что ты первый. Вы 100% понимаете свои слова, да? Поэтому попросил наборного администратора. Но пришел ты, короче, все пришли. Они все играют дольше, чем ты живешь, блядь, о чем речь, нахуй? Говнократ, давайте я такой отнимем. Хорошо, блядь. Ты тоже. Без проблем. Он просил просто не перебивать, ты сидел, нес хуйню полнейшую. Например? Разве не так было? Я не буду приводить примеры, чем я делаю. Ну тогда иди отсюда, чё ты сидишь тут? Уши греешь, блядь. Вау, ты такой охуевший, блядь. Да я в адеквате. Просто он меня уже заебал. Я сколько его он слышал, нахуй. Он его так просто хуями кроет бедного игрока. Да, блядь, когда я его тэпнул изначально, он нихуя слушать, блядь, не хотел. Все на войс мод, блядь, цепляется. Конечно, а у тебя что, нахуя выйти заговоришь с ним? Ебать, я срач развел, это пиздец. Ну, смотри.
Я был на жалобе. У него, да, может быть, тоже неадекватность, но она уже в ответ, потому что я как слышал, как ты сначала к нему относился. То есть ты вообще его слова игнорировал. Ты просто, ну блин, ну позови другого администратора, я имею право. Тихо, не перебивай меня. Вот. Ты просил лишь позвать другого администратора, вообще его слова. Ну, дедушка, сначала хотел сказать, что неправильно было прикил нарушать таким вот образом. Ну, типа, его реально было бы не слышно на таком расстоянии. Ну, и в ответ было только мне похуй, это не мои проблемы, блядь. Зови какого-нибудь наборку, вы здесь все школьники ебаные. Да пошел ты нахуй, девочка, блядь. Потом вообще какой-то дебилюкс админ подлетел, начал говорить, что сын животного. Ну, то, что я бычара, блядь, я и так знаю, что дальше. Это что повод оскорблять, блядь, а? Или таскать физианом меня в админ сегодня? Слева направо. Чинька-чкук. Тон-михтон. Нарик, блядь. А, сунь в очко в рот. Вот это вот я понимаю, БДС, парень. Чё молчим? А нахуй нам имена твоих любовников, блядь? Я не спрашивал, блядь. Долбоёбы, что ли? Мы долбоёбы? Чё тебе сказать? Ты стоишь стендап какой-то, концерт дешёвый проводишь за 0 рублей, долбоёб. Не, я понимаю, я эту хуйню сделал. На него типа ругался тоже. Ну, блядь, я ему пытаюсь нормально объяснить, а ему похуй, блядь. В общем, кончилось это все тем, то, что челик вот этот на бандите отлетел в бан, а делюкс админ, я ему сначала простил одно из нарушений, конкретно получается физга на босс, иначе у него было бы снятие, но наборка у него нашла другие нарушения, и в итоге он все равно слетел с привилегией.